Я буквально так считаю. Я буквально уверен, что Светов так это видит. Вызвано это в том числе тем, что у него были вот эти вот туры по всей России с своими либертарианскими лекциями, на которые приходили, значит, там, ну, по 20 человек соевых лолбертов, короче, любителей, значит, минархизма или вообще анкапа. И он считает, что это какой-то репрезентативный срез современной россияне. Он это буквально так видит, я не шучу. Как бы, что вот эти вот как бы, штук там 20-30 анимешников, которые пришли как бы на него посмотреть, сфоткаться вместе и как бы и все. Это вот будущее так называемой исторической России. Это вот прекрасная Россия будущего. Прекрасная Россия бу-бу-бу, она же ПРБ. То есть вот это как бы его такая тема. Он это так видит. Я не шучу. Нет там нахуй никакой методички, чуваки. Короче, я не представляю, как бы вы все охуели, если бы реально можно было бы каким-то образом взять и внезапно в конечном итоге доказать, что Светов не кремлевский, а все это время буквально вот именно, значит, от чистого сердца, короче, работал. То есть, но хуй знает. Я это так вижу, по крайней мере. И у меня есть на это основание, потому что, во-первых, я его лично знаю, во-вторых, я довольно давно как бы смотрю его выступления, какое-то время я его слушал регулярно. Так что нет, типа, он даже к плану Каца спокойно относится, типа, ну да, убедят как бы голосовать против Путина, ну да, почему бы и нет. Как бы, ну вот потому что, да, вот это типа его такая, так он это видит, короче.